Всем привет, это космическая станция 13. Я, как всегда, Ботаню. Ну, не как всегда, но Ботаню. Это, во-первых. Во-вторых, я сейчас решил играть за Диону. Почему бы и нет? Потому что, ну, от обычного человека толку нету. А так, нимфочкам вроде проще возрождаться рядом с Дионой. Другой, вот. Так что, ну, как раз, что они выращивают, я выращиваю, все прикольно. А, меня не кинуло. Класс. Ботаник? Почему меня на ботаник-то не кинуло? А, еще есть. Класс. Поскрипим. Пип-пип-пип-пип. Так, чё, сенсором, третий режим, я тут никакой не антаг. Ну, у меня будет вроде чиловый раунд, потому что, ну, типа, ой-ой-ой, сколько нас. Ничего себе, ботанов на смене, 4 штуки. Я забираю себе это. Ботаны ждут диспенсер от химиков или РНД. Спасибо. Так, худ берем, диск, блин, опять худ взял, не то, диски, топорик, пригодится, культиватор, давай диски, давай диски. Чё никто диски-то не берет? Давай диски пока выложим. Так. Ой, не туда тыкаю. Ну что, пока чертами займусь. Пустой? Ну да. Да выкинь ты его. Ну, пока двух коробок хватит. Для первого, для старта. Станция бывает. Да, выкладывайся, господи, ничего я не кривой. Ага. Ага. Война. Погнали. Ух. Я за диспенсером. Срочно. Я срочно за диспенсером. Выкидываем ПДА. Ладно, химик ближе. Химик раз. Химик. Химик. Я тырю. Да? Ладно, ему пофигу.
что? У вас и так два. Вы чё? Война на пороге. Ой, да иди в задницу. Дай. Пиздец. Ну, жать будете бананы. Иди в жопу, парамет вонючий. Да уж, ладно. Жри бананы. А, я не соображаю, я тупая. Ну. Не буду ничего говорить. Я парамет! Пофигу что. Парамет не дал. Диспенсер. Держу в курсе. Так что не будет нихера без мутагена. Ты мне это говоришь? Скажи парамеду конченому. У них два диспенсера. Они один нам зажали. Не будет никаких мутаций и прочего. Как его там звали, этого долбанавта? Тут война, а у нас... Я тебе потом отдам. Да. Давай. У нас тут война, он такой... я тебе не дам. Я бы уже что-то выращивал, я бы уже там что-нибудь нахимичил. Класс. Класс, смена начинается со срочников. Вот он не дал. У них два, а он зажал. Крыса. У них один хрен, их два. Да. Да, бипские. Чёртов.
Клоун там скачет. Да, давай, не лагай, пожалуйста. Так, по полтинничек. Радиум, хлорин, плазма. Ой, много взял. Давай так. Так, эджект. С-трансфер по пятерке. Планировать. Комбустибль я уже есть. Так, это этот. Власть захвачена, что? Чё, ничего не знаю, что происходит. Так. Давай второй, ладно, возьмем. Да, а чё он не держится? А, его зафиксировали, класс. Класс. А куда бы его поставить-то, блин? Вот так. Blue Space или крови томата. Так. А, нам нормально сделали. Даже. С-трансфер, то пятерка. Блин, из-за этой фигни. Так. Давай. Статы какие есть, возьмем. Так. Угу. Угу. Лом нужен, лома нету. Так, можно мне ломик? Да. Так, давай Blue Space бананчики будем выращивать. Ладно, давай я Гаей займусь сразу. Везде все равно кино не будет. Nothing.
что тут есть? С-трансфер. По пятерке. Давай делаем Гаю. Деус. 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 Гайя, все, Гайя есть. Сальфира, это? Так. Джект. Сетан трансфер. Сотка. Так. Так, мне надо следить за Амброзией. Так. Так. Да блин, не зафиксировалось. Зараза. Я-то думал, что все хорошо. Так. Культиватор давай возьмем. А, у меня и так был в руках. Так. Угу. Угу. Дракона суету наводит. Бывает. Так. Вот еще одна батарейка. Так. Что тут у нас? 130 пока есть. Кстати, хороший гай, я смотрю, получилось. Так, что у нас? У нас просто там пока вообще ничего нет. Так. Где они там? Tower Cap. Табак. Давай лайм. И табак. Я не понял, я не увидел, что он там сделал. Так, ну Гай вроде растет, кстати, нормально. Так, Фунгал Виталити он впихнул пока только. Так, Penetration Groove, да. Ну пихайся. Так. Табак. Йелд. Хотя бы четверочка, чтобы была. Так. Погнали. Потенция, полтинничек. Так. Lime Seeds. Давай, я не знаю. Эндуранс возьмем. И еще один на Life Spawn. Угу. Так, базовое улучшение есть, базовые гены. Странно тут, почему семян, я вообще сорняков не вижу. Видимо, хорошо мутировало. Так. Так, плата. Плату вставляем. Батарейку вставляем. Так, это заряжаться. И отвертка. Вот, теперь хорошо все.
Так. Plant back. Так. Что-то что он делает там? Берри, что ты... Ой, блин, чел. Так, все, иди отсюда. Дай мне. Фунгал Виталити. Готово. Так, Fungal Vitality, Penetrational Growth. Странно, почему она не это, ну ладно. Penetrational Growth. Yield хороший, потенция. Потенциям. Потенцию пихаем. Так, и Endurance нету. Ладно, пофигу. Так. Удобрим. Кому-то тогда и надо заниматься. Не удобрилось. Ладно. Так. Нормально. Так, дионочек можно вырастить быстренько. Нимфочек. О, потому что трупы-то будут. О, диона нимф, вот. Да все, берем. Фунгал Виталити. Елд четвертый ставим, а то там единичка. Единичка, это, конечно, мало. Лайфспаун хороший, так. Пихайся. Penetration Growth, да. Потенция, кстати, тут не нужна, ну да ладно. Так. Пускай девоночки тоже будут. Так, Nettle. Nettle. Смертокрапиву можно вырастить. Так. Вот Nettle. Так. Так, ведерко. Угу. Уже там взрывы во все происходят. Хорошо, есть. Погнали. Так, водичка скоро будет не нужна. Ну, давай, ладно, наполним быстренько. Может, немножко поможет. Так, что еще можно быть? Blue Space бананочки какие-нибудь сделать. Быстренько. Бы их нахрен выкидывать. Blue Space бананы есть. Что еще можно взять? Кровитоматы какие-нибудь можно попробовать сделать. Там это. Там это. Так. Что? Что?
Так. Все, пошло дело. Амброзия пошла. Так, Амброзия Гая. Куда ее запихал? Походу я сюда запихал, да? Да. Так. Улучшится? Улучшилось. Так, тыкаем Гаю. Сюда где только можно. И нельзя. В принципе, она должна быть нормальная в плане не в прибытии. Сложно ботаникам что-то прям быстро вырастить, убойное, конечно. Постараюсь что-нибудь придумать. Так. На мейне жесть, а чё там? Ну, у нас тут вот, видишь, как тоже, у нас тут тоже войнушка. Ну, не знаю, тоже не тоже, но войнушка, короче. Так. Давай, наливай, что ли. Кто-то там кричит. Опа, что-то там. Ага. Бабахает. Синдикатовцы, да? Ну, мы мирные работяги, ничего не знаем. Разгерма, класс. Все улетело, разгерма. Помянем. Да. Вообще дырк. Класс. Эти мои Blue Space бананчики хотя бы лучше. Так. Лечит. Борга лечит. Неплохо придумано. Взрывы, мазани там устраивают. Ну, к нам пока не лезут. Привет, привет. Склад взорвался, станция. Неплохо. Так, а где нимфочки? А, блин, они померли. Черт. Черт возьми, нимфочки померли. Нет. Опа. Бабах. Бабах. Есть у меня лом. Есть лом. Давай оттащим куда-нибудь. Что, маска есть? Есть. Цепляй. Так. Баллон. Цепляй. Этот улетел в космос. Не достану. Так. Блин, разгермы там фигарят во все. Ё-мазай. Что происходит? Так. Давай, я бы даже газовую маску нацепил. Газмаска. Firefighter, fire. Да.
Что это? Враги в медиа. А тут враги везде. Так-то. А я работаю, мне по кайфу. Ну что, Blue Space активность у меня уже есть. Тем временем. Я их могу выкидывать. Но правда мне там дойти, получить там разгерма, блин. Иначе. Так. Я пытаюсь что-нибудь делать, я не знаю. Томатики взять какие-нибудь, да им привить. Быстренько. Кушай. Она лечит немного. Так. Ну что ж. Так, пройти бы Еву взять, на самом деле. Blue Space активность есть. Хорошо. И сейчас бы каким-нибудь томатиком ее быстренько привить. Томатом. Не вижу томата, вот. Да. Так. Опа. Ой. Кину туда. Так, на всякий. Опа, ё-мазай, бомбануло хорошо там. Надо идти за Евой. Я за Евой. Вон. Ну, открывайся. Пойду. Ой, трупов, ёкало мене. Но я попробую за Евой пройти. Не знаю, что у меня получится. Ой, у меня нету. Ну, сейчас как мне повезет. Режем. Не то. Не угадал. Блин, да не закрывайся ты, пожалуйста. О, хорошо. За Евой, все, я зашел. Ева. Блин, клоус. А тут. А, все забрали. Блин. А, все забрали. Ну можно к механику попробовать пройти. Может там не забрали. До механика сгоняем, что ли. Не успел я ничего. Давай тулбелт возьмем. Давайте до механика попробую сгонять. Все в кровище. Быстро они, кстати, напали. Вот сейчас нормальная война оказалась. А, дед взорвал всю станцию. Прикольно, прикольно, прикольно. Допусти ты меня. Ну, чел. За Евой или можно за этим шахтерским сьютом сгонять.
Меня туда так просто не пустят. А дверь я уже смогу открыть. Да. К механику. Ой-ой-ой. О, понятно. Ну, можно через карго попробовать к механику пролезть. Так, ну давай, ладно. Крой. Да. Да, неплохо тут. Так, кстати, можно арморчик-то взять. Арморчик возьму. А, они закрыли. Ну, да, в принципе, логично. Тогда не будем там лезть. Так, медицину бы взять. Пусто. Пусто. Все забрали. Не. Поздно я, долго думал. Да, все забрали автоматом. К шахтерам, да бессмысленно. Капец тут все. Я думаю, ой, в гейте будет безопаснее. Гейт слинять. Ну, может быть. Клоун? Сниму-ка его. Еву. Ну не толкай ты меня, тварь. Уродец. Да. Тут я из-за... Раз Герма из-за этого товарища помру тут. О, дурак. Так, отдайте мне клоуна. Хочу его забрать. Хотя бы в клоунской Еве побегаю. Не толкай меня, тварь! Скотина. Не толкайтесь вы. Пожалуйста. Ура. Сумка от... Еву. Отдай. Класс. Дурак, я тут снимал 3 года Еву. Он пришел и меня украл. Уродец. Все, хоть меня давление теперь, по идее, вульпу. Вульпу шлем забрал. А, еще и шлемом будет жопа. Да. Без шлема будет тоже будет задница. Ну да. Так. А, ну это тело горело без головы. Твою ничего, вульпа. Ни себе, ни мне. Что у него хоть в рюкзаке было? Гранат какие-то. Лимончики всякие. А, давай медицину посмотрим его. Воздух пока вроде не нужен. А. Сила относительно союзной силы. Окей. Кидай гранатой. А, хилки. Клоун тут залутал. Нормально. Только он их далеко убрал. Правда, он там вообще без головы остался. Показывает, что вонючая вульпа украла Еву.
Так. Без шлема. Жопам. Вот. Ни она не в нормальной одежде, ни я. По итогу. Да. Ну уж гранату-то я не буду кидать. Это все-таки переборчик. Что есть? Хон гранаты, да? А, это вспышка просто. Ну, что в моем отделе? Можно, кстати, знаете, как поступить? Во-первых, надо отличиться. А, там тоже плохо все. Типа утащить куда-нибудь все. Блин, давление фигарит из-за того, что шлема нет. Я бы просто оглушил флешкой. Ну да, наверное. Плохо, конечно, без шлемака-то, да. Давление фигарит. Так. Что бы сделать? Туда можно попробовать утащить что-нибудь. Либо вон... Не, слишком давно. Ну ладно, короче, надо сваливать и все. Я думаю, просто сваливать. У Мима есть свой этот сьют. Так, подожди, я тогда могу клоунский, ой, мимский украть. А, он так открылся. Ладно. Ну-ка. А почему я не могу? Обесточен, может? С юнит нот операшнл. Непонятно, ладно. Что за безобразие? Война, конечно, да. Ну, я как минимум живой. Знаете, уже неплохо. Тут сколько народу поумирало. Так, давай лучше через бар как-нибудь. Я же смогу тут открыть, я, по-моему, смогу открыть. А, ну я бы и тут, наверное, вышел. Давай себе возьмем пару emergency. Опа, еще и гравитация помянем. Я могу так? А, я могу так вколоть в себя. А, я же там не уйду. Там же не уйти, там же все плохо. Шо, в отбытие идти? Примерно тоже все плохо. В отбытие это, наверное, тоже все плохо. Где-то еще есть шаттлы. Так, стенки прижмись. Пойдем. Попробую разведать, что в отбытии. Лава или гейт. А что, ты думаешь, там в отбытии тоже все плохо? Блин, не знаю. Давай это выкинем. Ты думаешь, я там не уйду на шаттле? Можно на лаву, можно в гейт. Клинять. Вот это вот что за щит, я не понимаю. А, так тут все спокойненько в целом. Привет, Эрудериан. Это Элдери, видимо, ты. Гравитация, это да. Ну, так вот, что мне, куда там лаву или гейт, если вот и тут все хорошо. Клоуна тут костюм отжал. Безголового клоуна. Ни разу не делайте штуки.
Решил проверить гранату. Остался без ноги. А почему она сразу взорвалась? Лоу. А почему она сразу бабахнула? Дурак. Остался без ноги. А почему она сразу бахнула? Блин, там кто-то что-то уронил. Почему она сразу взорвалась-то? Так. Там так. Ну, практически. Нет. Я обычный ботан. И у нас тут война. Я решил проверить, как эта лимонка работает. Ага. Проверил. Остался без ноги. Без ступни. Я не знаю, а почему она сразу взорвалась? У меня даже не было ни секунды ее выкинуть. То есть она пилик-пилик и бабах сразу. Так, ну я выхилился. Ну, ушей пока нету, но это ладно. Ну, остался без ноги и ладно. В третий уже перебор будет. Ну-ка, можно аналайзером чекнуть, что у меня. Где он? А, вот он. А, я так пока не могу, пока в клоунской штуке. Все хорошо. Со мной все хорошо. Ноги нет, а так все хорошо. Все замечательно. Не очень сильно при активации сразу режим броска включается. С этими разве так? Ну, не знаю. Ладно. А, кислород. Не слышу ничего. Так. А что случилось? Что со мной? Он меня что-то вколол. А что он меня вколол? Я тоже свечусь, а что это? Чё я горю? Что со мной случилось? Мутация, гены. А что это? А, граната, лимонка. Что? Топ-офицера. Что происходит вообще? Вкололи в меня там что-то. С моими глазами взяли, поставили тут на мне эксперимент. Ложимся. Ну, я выжил. Уже неплохо, знаете. Ты чё, ты дурак? Чё он делает? Взрывает. Вот выдали, блин, лимонки. Мне кажется, от этих лимонок тебя теперь... У меня они до этого могли быть нестабильны, потому что я там ведро мутагена, как всегда, на себя пролил. С победой вас, экипаж. А. Это мы так победили, вся станция там взорвана. Тут лимонки какие-то кидают, чилики. Стой. Да не, все нормально у него. Вот это вот что за... Subject become able to convert excess solar energy into thermal energy. А, это самовозгорание у меня есть. Класс. Ну, и зачем мне это? Генетик забалансил. Что происходит? Кошмар какой-то. Ага, вовремя я решил снять его. Что за ДМ происходит там, я понять не могу. Что?
5 самовозгорания и уменьшение урона от ожогов. А почему у меня все черно-белое? Тряска экрана, и ты дальтоник. Да, класс. Классные гены. Вообще зрение плохое. Разве за чистым нельзя было, и так норм. Кошмар какой-то. Давай, не трясись экран. Во. Ну, как минимум я выжил, залутал клоуна. Варкрафта нету, так сейчас в него играть никто не будет. Я, к сожалению, слишком поздно собираюсь. О, все, ну я долетел до ЦК. Я доволен, я живой. Ноги, правда, нет, но... С кем не бывает. Стримеры. Он мог его в вульпу превратить. Диону в вульпу? Ну, наверное. 505 ТС, а сколько их там было? Там было 1, 2, 3, 4, 5, 6. Нормально они там. Что у меня там? Термальная граната. Флешку. Ну, флешку-то можно кинуть, наверное. Ба! Однако привет, привет, привет. Происходит вообще. Там кто-то лимон. Ну, короче, эти лимонки страшная вещь, я так посмотрю. Ладно, сразу пойду, пока и приятного стрима. Спасибо, спасибо. И запись на этом мы закончим. Получилось как-то коротенько на 52 минуты. Да, 52 минуты. Вот, ну. Ну, сейчас куда более активная война, чем предыдущая. Просто режим свой не хочу сбивать. Играть где? Так, ну, смотри, я пока был забанен, я на Ониксе побегал. Мне понравилось, но мне не понравилось, что не выскакивают сообщения над игроками, ну, когда они пишут это, ну, пипец неудобно соотносить, кто что там сказал. С одной стороны, это вынуждает лучше погрузиться, конечно, то есть ты, ну, вынужден запоминать, кого как зовут, а так ты просто там по внешности запоминаешь Чубрика, ага, это он, значит, ну, вот. Ну, не знаю. Когда там 150 рыл, попробуй там запоминай кого-то, ну, такое. Ну, короче, вот это меня вот в Униксе опечалило. Вот, а так в целом билд мне прям понравился, там что-то у них этажи, там то, все, там анимации прикольные, все прикольно, ну, пока вот на Парадайсе бегаем. Еще билды, кроме пары, есть. Ну, там какие-то XT, ну, какие-то долгие раунды, там это, ну, я это еще не чекал. Так, все, и на этом записи всем пока. Пока тут новый раунд начнется, там все такое. В общем, все, давайте. Не забывайте подписываться там на Twitch, потому что вот на Twitch я, как правило, ночью такое стримлю. Вот, все, всем пока.